старушка совсем зачахла. А социалистическая Германия возродилась из пепла, словно феникс. Михаил, наши слушатели постоянно задают вопрос. Почему мы помогаем Европе и Америке, если капитализм — угнетение простого народа? В первую очередь, простые граждане этих стран. Знаю, о чем говорю. Я же сам большую часть жизни провел на блоках от моей империи. А потом в моем доме второй. Я говорю вам. Капитализм, это кровопролитная война, Великая депрессия в США. Мы готовы к победе. Все абсолютно так. Но посмотрите на них сейчас. В каждом городе есть свои марксистские кружки. Рабочие объясняются в профсоюзы. Их интеллигенция с открытым ртом слушает наше радио. В данных условиях, даже со всеми санкциями, экспорт наших изделий за рубеж – это большой шаг для всего интернационала. Это прекрасно. И все-таки вас не удивляет, что мы поставляем им нашу передовую технику практически безвозмездно? Разве в мире капитала не принято за все платить? Уверяю вас, моя дорогая, они заплатят. Вы просто не видите всей картины. Уже сейчас... Западные предприниматели проводят массовые увольнения, предпочитая живым сотрудникам нашу передовую технику. С одной стороны, это ужасно, но с другой, это означает, что... Скоро рабочему классу капиталистических стран не останется ничего другого, как самим взять власть в свои руки и начать строить коммунизм вместе с остальным развитым миром. Вы считаете, что в США будет революция? Это неизбежно. Демократы и консерваторы никогда не уживутся в одной стране. Единственное, на что я надеюсь, что это будет бескровная революция, и Штаты обойдутся без еще одной гражданской войны. Как сказал Андрей Леонидович Хрущев, настанет конец человеческому угнетению. Все эти исторические пережитки нужно закопать как можно глубже.
authorization. Major Nechayev, code name. Access granted. Thank you.
Saving data. Access granted. Comrade Stockhausen, I took that foreign journalist for the secret tour of the VDNH. He saw everything. You should have seen his eyes bugging out of his head. They're going to be dying of envy when his article comes out. They'll slap more sanctions on us and order an extra bunch of bots. Those capitalists sure are a weird bunch, huh? Как часы затмения, как часы затмения, как часы затмения, как часы затмения.
No, not really. Thanks. We're done talking. Let's see if this thing helps. Did it? Oh, yeah. Instant, your suit isn't designed for this kind of pressure.
What pressure? Where do you think we are? We're underwater, comrade. We're running a check on a deep-sea device. Just look. We got fish, sea creatures, and other fauna all around us. Get back up to the surface, Frogman. This is interesting. What's interesting is how you can withstand this kind of pressure. If you don't get back to the surface right now, you're a dead man. Off you go, Frogman. Keep your left arm up and watch where you're going. Steer clear of those rotors. Hey, what's the matter with this guy, Charles? I mean, I get that he's dead and all. This is the neural network's equivalent of PTSD. If a victim... Oh, I guess that makes sense. What are you doing all the way down? Heading to the surface, sir. Hey, what's the matter with this guy, Charles? I mean... And this is the neural network's equivalent of PTSD. If a victim dies suddenly, they're... I guess that makes sense. Right. What do we have here? Tereshkova, do you copy? Yes, dear comrade. The communication is restored. So, where's that head of yours? My head is where it's supposed to be, but Claire's head should be somewhere on your floor. Like I said earlier, something is crushing it with terrible force, like a migraine, like an excavator, like an entire mountain. I get it. I really do. All your whining is giving me a migraine, too. I'll go look for it.